Что я сейчас расстроил, ты вообще нихуя не сказать. Пиздец, блядь. Просто не, ты просто задизморалил, нахуй, понимаешь? Вообще весь мир. Левый дух пропал, блядь. Кто-то петь хотел, кто-то петь хотел. Давайте начинать. Да. Вы что, охуели, что ли? Да давай, слушай, да не ссы, нормально. Я сижу на камне. Нет, там не то, там не то. Ну давай, давай, руки. Моя лавушка. Да я хитбут настрою. Кто? Ты как, а кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Так а вот. Фиксики — это гильдия, которая с X1, с X2 там была. Или наверное. Роксрайт, что это? Макримал здесь еще. Я вижу, сейчас он вред придет. Роксик пока на замену туда. Да ёбану, как мы что-то... Роксрайт, доставай гитару, значит. Да, что мы, из города? Саш, ты ей писал? Нет. Я ей написал, я говорю, заходи, душная. Ну, в 3 хпала тут бы горячка была хилить. Коксрай, давай. Ходил в 4 ярдру как-то, заебись. Да. Белый рус, белый. Тут ха, блядь. Понял. Ну-ка пробафайте меня сейчас и поверши эти самые. Так, каска, я сейчас я рыбку поставлю. Поставьте шкаф, пожалуйста. Сейчас я достану калькулятор. Что дает ОЗУ? Так, ДК, что? Ну-ка, ДК, вон в горн включите. ОЗУ что дает? А, вижу, горн есть. Что, сколько процентов? Сейчас я посчитаю. Вы можете, пожалуйста, девочку с ней коридора прикинуть, спасибо. У нас есть этот... А что вот. Ровно 100. А что с ней? У нее тоже 5 ветки белого цвета или нет? Или это мне, да? У тебя сейчас ровно 100? Mm-hmm. А нужно 102 с чем-то, да? А? 102 с чем-то нужно? Да. Да, побольше там надо, ну. 102,8 mm-hmm. вроде. Ну сейчас я потещу, если что, я пойду камень перекину один, ничего страшного с этим не будет. Он 108, ребята, 108, не 106, 108. Не, 109, наверное. 104,7. А, я тыньку еще, стоп, сейчас я 100, еще тыньку поменяю, секунду, тыньку не сменяю. А где этот? Я чуть не могу увидеть, а око дракона у тебя есть? Нет, вот именно я его не докачал. Но я докачиваю на следующем ворте бот его. Я ворку нахер снес. По-моему, плащ. Ой, блядь, щит, который с десятки с двумя дырками. Мне кажется, он побольше будет, чем этот. Тут, конечно, показатель. А показателя у тебя сколько? Да, 500. Роксрай, ты специально включил голос, да? Че? Ты включил голос специально? Все, так, убили флут, начинаем бафаться. Так, сохранишь шот. Помпеи, если вернули, верните ему там 600 кп у него было. Там видно. Вообще на пол. Ребизер, блядь.
Так, ребизер танка. Ты чё, прикалываешься? У меня там, блин, сокета половину нет. Сверки что ловить будет? Секси тролли и стан. А була? Ну давай, секси тролли и абула, сверки ловите. У меня ж мод в банке. Давай в банк лиси, сомнём сейчас. Смотри, я сейчас одену танковский шмот весь, который у меня есть. Смотри. Я одел. Тебе там много хп и не надо. Хорошо, если что, когда там начинается кастовать вихрь, ты просто... Ты сам зеленку жми. А те, кто ловит сферы, берут белую, правильно ведь? Да, берешь белую, ловишь белую. Потом, когда мы меняем порталы из белого, ты ловишь темную. Ну, темную берешь, темную ловишь. Понял? Но при этом убегать не надо. То есть, что прожмешь зеленку, и так будешь ловить. То есть, не в укор того, чтобы оставить место на этом. Когда уже рок начнем набирать? Пушку поменяю, блин. Кого? Рок. Ну, у меня рок есть. Там, там кто-то что? Есть. Там... Еще ну, ВК у нас никогда нет, а это на пол. Рогу создать надо, да? В экзалт уходит два ханта, два роги. И чё? А в нотингах ходит один хант. Спокойно дамажишь, ничего не прерываешься, никто не срывает. Так, блин, на нубе сейчас дом будет... На нубе дом будет анчить норм. Я трошу. Это как на полу давать. Так, а чё на полу? Саксик оделся? Объясни, что делать. Лови сверки. Короче, Абула, ты ловишь справа трейда, Саксик ты слева. Ловите только белые сверки. Пока что. Потом, когда мы, если меняем портал, вы берете темный портал и ловите темные сверки. Я буду изучить все. Так, давайте еще раз начнем. Вот, я ставил стол, вытянул пока. Был стол? Да, блин. Тогда пока еще парамел. Ага, Саш, ладно. Пусть только это Невер озвучивает. Хорошо. Он с рейдом же стоит. Хорошо. Невер готов. Да. Я всё, мало. Химию пропили все, что у нас есть. Все, все готово. Любом был. Файт, а что ты... 5, 4, 3, 2, 1. Ранее русаль выдать все полозину. И в эфире тоже. Сверки полетели. Падайся. Почему у нас два человека будет? Секси, так блять, вы можете. Сейчас объясню. Надо жопу тоже ловить. Надо жопу залетело две сверки. Да, да, жопа. Нас 4 ловила. Думаешь, 3 ловила, да. Думаю, что так лагает, у меня опять графика нормально стоит. Чем ты нормально стоит? Так. Кто может в танка? Еще один человек нужен. Сзади сверки ловить. А, девочка, снег. Девочка, снег, я могу. Давай, девочка, спекайся в танк. Сейчас зайду, выкинула. Зорки, что там откатилось? Да, сейчас пойдем. Чисто для спокойствия булок набрать. Так, Рэл, я спину ловлю. Да, ты спину ловишь. Кто из паладинов свободен с сальвой? На кого
На войд, да. Ну там с пула, я думаю, потом может наберу. Так. Рыбу поели, да? Зачем пул? Только не сразу с пула, секунд через 5. Про бурсы помните, что оставлять нужно? Так бурсы не надо сразу делать. Так, бусты, по поводу бустов, кстати, забыл сказать. По поводу бустов, гер и тому подобное, все давайте по команде. Бусты сдаем только строго... Значит, первым мы сдаем бусты, когда, допустим, вы берете все светлую. Но когда щит вешается на ромбик, вы берете себе белый портал, сдаете все бусты свои. Далее дается, есть такая аналогичная ситуация с другим порталом, мы даем геру. И даем буст. И потом откат у вас, прожимки откатятся. Давай сочу на пол. Добро. Готовы, поехали. А, он сейчас в добром пол, да. 5, 4, 3, 2, 1. Сверки лова не забываем. Ты способен через 8 секунд катаемся. Темная громко. С вами вместе. Машу ВД. Гейснип. Бля, Гейснип, зачем ты поменял портал? Скажи, пожалуйста. Сейчас же темные ловим, правильно? Нет. Я ничего не изменил. Сказали, что ничего не изменилось. Просто ловись, как ее ловили. Так я и ловил себе. Блядь, если просто... Господи, падает. Секси тролли, как ты сдох? Нет, да, там же Шидон написал, типа, мады. Падис. Ну там уже там много людей не было живых. Что-то странно, да? Случилось что-то. Ничего странного не случилось. Просто сейчас я посмотрю, что секси тролли сдох. Куча хипалы. Ваша основная задача, когда, блядь, кастуется противоположная сторона, ваша основная задача захилить танков, которые ловят сверки. Все. Так, у нас две еще упало, это понятно. Я считаю того, то, что весь рейд на 20-30%. Во время бури не было. Там фреймы скачут, я манал, блядь. Секси тролль, ты зачем тебе на воронке ловишь? Скажи, пожалуйста, в белом портале. Ты на месте стоишь или что? Где я темную воронку поймал? Я ни одной темной воронки не поймал. Ты умер от темной воронки. Ну так пишут. Это босс кастит, босс кастит. Я белые сферы ловлю. У меня, кстати, ДБМ заанонсил, что смена цвета. Потому что ты знаешь белые воронки. Если не справляюсь, можешь ждать ДП и поставить другого. Еще раз. Кушайте рыба. Там бывает, когда вместе летят белый и черный шарик, тогда можно поймать. ДБМ бывает наёбывает, смотрите внимательно. Да там она говорит, там чупоронка там, она говорит. Сплин готов? А вы припоты пьете пока до пула, типа? Крипоты это пула, ну можете пить, а время обязательно пить крипоты, когда щит надо будет разбить. Это обязательно. А то пока она добежит, тратится. Исполин. Исполин ничего не хватает. Бери. Все. Так, давайте это бэмпул.
Void Fury, возьми портал. 3, 2, 1. Стой, не пуляй. Уже пауза. Там? Как перебежим, Альфи, даже Берку пару. Если перебежим. Пытаемся спецспособность. Белую воронку взяли? Взяли белую воронку. Все белую воронку взяли. Вред, не пускаем темную воронку сейчас. Нам менять? Нет, пока что. Зерок, прожми, только выживи. Тихонечко еще будем приходить. Переходи, порохи упал, встали. Маспожимку. Переходим. Да, маспожимку, переходим, другой портал. Темные сверки ловите. Темные сверки ловите, белые не пропускайте. Да, темные сверки ловите, белые пропускайте. Солева есть по локу? Блять, сука. Как вы дохнете, танки, блять? Я в шоке, нахуй. Сейчас на босса сядете, блять. Продолжаем, Вася. Падайте. Ну, сейчас лучше, но... Какой лучше, блять? Ну, просто, блять, КД, нахуй. Ну, блять, со второго или третьего раза убили. Тут куча какая-то хуйня творится, блять. Вы, блять, можете, нахуй, нормально сверки ловить, блять? У нас люди дохнут от этого. Помер, я... Прижимайся там, не знаю. А я объясню людям. Смотрите, вы стоите, а мы стоим весь рейд с черным светом в начале, вы стоите с белым. Если у нас, у мили-зоны, ну, который бьет босса, поменялся цвет, вы цвет не меняете. Вы все равно ловите противоположные нам сферы. То есть вы с белым цветом ловите черное. Когда мы перебегаем, только тогда уже вы там меняете портал. А сейчас вы даете свои прожимки на сейф свой личный. Полтинники, зеленки и так далее. Это понятно, просто у тебя, смотри, у тебя ДК с правой стороны начинает ловить и забегать вот сюда вот, где стоит Редвизона. У тебя ДК, который с правой стороны стоит изначально, он начинает забегать вот сюда вот. Левый. Ну, да, ему просто дальше нужно стоять. Нужно стоять дальше, конечно, и типа Редвизона... Ну, сейчас нормально было все. Ну, типа они выживали там, на перебежке. Слева вообще никто не... Ты понимаешь, что если они с таким же цветом будут ловить противоположные нам, они будут получать невъебически большой урон, и мы не успеем их захилить. Так нет, не меняют портал, когда мы переходим. А в этот момент я сдаю машу свою. Дон, потом Т4 сдает. Дон, Т4 свое, давай по команде тоже. Че на пол? Так, надо, блядь, на лук кинуть, наверное, на Карлу накину. Длительность. Не, на пулю я лучше в меня. Белый, потом поменяешь. Кашлем, брат. Кашлем, смотри, у тебя вот такая задача по моей сфере вот отсюда. Возьмите порталы, кому нужно. Хорошо. Дальше задача моя вот здесь ловить уже. Не надо забегать за ним. Вот, получается, луной вот так вот ловишь, отрезаешь, все. За жопу прикрывает вар. Секси тролль. Твоя зона тоже самое, луной. Спереди мы ловим с донтом, если что, подловим. Только это встаньте чуть подальше, потому что получается сфера выходит. Я пока ее поймаю, блять, вы получаете ауешку. Чуть подальше, прям куда-нибудь сюда, может быть. Вот да. Потому что ну не очень неудобно, очень неудобно. Ну это правильно, ударит, да. Я уже и БЦ одел, блять, типа на инжу, типа на такое. Донт. И когда берете белый портал, не вставайте, никто в него не забегайте. Коваража еще не хватает. Вот да, вот подальше чуть-чуть, вот прям перед порталом, потому что блядь. Сзади очень удобно ловить, ребят, здесь как. Гуляйте, коваража готов? Угу, я портал просто ставлю. Драник, возьми портал. Драник, возьми портал. 4, 3, 2, 1. Я дал вот, на полушу. Сейчас хорошо собрал, вроде бы пока что.
Черная, черный вейд пропускайся. Альфи, прямо сейчас Берпу. Вижу Берпу, когда. Вот, Дефюри, дай Берпу в бро. Светлый, да? Бросаешь по команде. Все, взяли светлый портал быстрее. Там ты черный ловит. Ружимки сдал. В бро встал. Кулак, дай тебе в бро. Потихонечку переходим. Темный портал. Сейчас темные сверки ловите, белые пропускайте в рейд. Панки. Темный ловим, светлый вред. Надо тоже свет менять. Вот тебя меня. Да, меняй. Массейв, дайте. Гимн ХП. Сука, блять! Какого хуя сейчас три сферы влетело, блять? Сука, да ну вас нахуй, я сейчас, блядь, меняю тебе не фенем, блядь. Падать, мне хуй даже бить. А кто у нас пошла с танчо? Ну, типа не танчо. У нас дуата ловил. Короче, Рембизер, давай ты нахуй положишь. Бабула, спекайся в танк. Вот, да. Ну, у нас справа вроде влетело между этим. Типа, я пока с правой стороны менял этот, как его, блядь, цвет на темный, блядь. Я когда туда выбежал, там пизда, ну, из рейда, блядь, опять вышел ловить, там сфер летает, пиздец. Я влетел в три сферы, блядь, меня сложило. Ребята, я сейчас подожду. Да, я сейчас поставлю. Слушайте, рыбу. Так он стоит. Я входил. А, где? Ну, блядь. Ебать, там сколько трупов, не хуясь. Такие скелеты, блядь. Скоро в каражан превратит. Поймешь, арго пишешь. Ой, линканул. Неутомимая. 5,8 ляма исцеление. Это абсорб. Поглощение. Так. Абула, ты сбегался тут, да? Понял, спасибо. Все, давай. Возьмите сразу цветас. Порталы взяли, все. Давай, зачем на пух? Не вижу, приступа. Чисто баф. Темная магия ХП. Дон Кавараги. Скажи. Так, значит, Рембизер, ловишь справа трейда, секси также слева. Можете саппорты выпить на этом бойсе. Так, и вар сзади. Донт, готов? Сейчас, секунду, декора убивает. Все, готов. Тема сзади. Особое приглашение не надо ставить в портал или что? Один фрейм, встаньте. Ну. Сова, блядь, встаньте сюда, сука, все, блядь, бегом, ну, ребята. Два баф получат, блядь. Нет, не видят, они слепые. Блин, ну вот что так долго, ребят, соберитесь, пожалуйста. Все, донт, бмп. 5, 4, 3, 2, 1. Вражеский, где Fire Aura? Fire Aura стоит. Стоит. Это самое. Готовьтесь. Продолжайте бить. Продолжаем бить, ничего не меняем. Также ловите белые сверки рейд. Ну, от рейда. Донг каст. Да, Иннер. Иннер по порошочку. Гудлика, бро, скин. Наверное, как перейдем на другой портал, да, возьмете. Ну, будешь на меня. Да.
Готовьтесь. Взяли белый портал. Нет. Белый портал взяли, бегом. Прожимки дали. Прожимки все. Быстрее. Убивай. Переходим, я сдаю машину. Раз. Переходим в другую сторону. Переходим. Ловите темные порталы, белый в рейд пропускайте. На пол дай. Да. Способность. Вижу. Продолжаем. Продолжаем. Так же стоим. Танки прожмитесь. Дан точки дай. БР нужно немножко снег. Так, идеально, БР. Идеально. Вара. Вару сразу фул ребаф дали. Жопу прикройте, если что. Вару фул ребаф, касочку, пристабав на хп и лапу. Так, какой еще бой остался? Подифи. Так, его крима. Понял. Столько белого цвета написи. Смотрим, скоро попал. Ну, пускай способность. Так, темный взяли? Все, взяли темный портал. Темный портал взяли все. Танки прожимайте сами. Прохил танк взяли. Дон, Т4 есть у тебя? Ну, да. Переводим сейчас. Переходим давайте, аккуратненько, давайте. Переходим. Сейчас ловите белые сверки. Рейд, вот рейда. Я нормально стою. Темную в рейд пропускаем, белую ловим. Так, Альфи Бер по Неверлайну. Прямо сейчас. Забафайте Неверлайну. Нер, возьми портал. Да, взял. У меня есть. Сейчас способность, 2 секунды. Я скажу куда, тут стоп. Продолжаем бить Геру далее. Танки я вам даже дал. И до конца стоим, наверное. Погудлику сакру. Ой, сальва. Почему сразу так не могу? Ну, потому что раки, блядь. Ну как пока это. Придрочились. Отказываемся, да? Конечно. Я сейчас вспоминаю. Да ладно. Опсикс. Че, вообще забрал прыгу? Есть? Нет. Это чеф. Бис. Сука. Грудак, ну. А, ну да. Так, поехали. Ой, я. Невер надо? Нет, наверное, не надо. Он Пригу хочет, наверное. Так у Пригу, блядь, я хочу нормальные шмоты Хастан. Ну хотя. Я сомневаюсь, хочу поводить шмот. Ну я думаю, нет, блядь. Дон, тебя рецепты буду скидывать тогда. Там дашь, может, кому надо будет изучить. Это бесполезно. О, так, мы должны Луба за 2 тра убить. Рох у нас нету. Ребят, там босс запущен как бы. Хорошо, ничего страшного, я раздам. Просто сейчас пропадет же с Валькирии, он же лучше стрижет. Не пропадет. Порошочек забираешь? Конечно, это же можно. Все. Убьем Ануба за 2-3? Да, убьем. Что по ДПС у нас? Зорки, почему ты только мало даешь? Потому что бурсты не жил. Пушки пока мало. Ну ладно, ладно, отговорился. А было что у тебя с ДПСом? Блин, бич. Варшу. А у Мири скринили этот ЕП? Да. Бич, ты что так мало нахерачил? У тебя же там нормальный вар. Флэш мало нахерачил. Тут, может, они выставили баб. Дед бич звучит как дрищ вообще. Да, нормально. А что? А, у Мири? Все, готово уже. Так, вы ЕП там заскринили? Я не смогу, у меня этот кривой. Потом я поначислю мне.
Ну что, будем тестить сейчас мою новую игрушку. Если что, я там камень еще вставлю. На... В Алмире Эридара сделал или что? Да. Так, в принципе, у меня... А что ты сразу мелик какой-нибудь поменял бы на Алмерию? Пусть меня поменяет, потому что у меня лаги ужасные. Давай, Алмерия, в рейд тогда. А, подожди, стоп, но паладин нужен. Хотя... Флэш у тебя есть, у тебя есть... Подожди, сейчас глянем. Раз, два, три, четыре. Четыре боба есть. Четыре боба будут, в принципе, две перебежки норм. Давай тогда, на замену. Алмерия, вредик. Не, шама уже не надо. У нас Альфи пришла сегодня. Альфи больше хилит. Так, уважаемые господа, сейчас пьем все фласки на СПДП. Хилан, сразу пейте сапроты. ДЦ, ты онли пьешь на СПД, будешь абсорбить. Когда начинается фаза номер 2, я озвучу, перепивайте... фласки на сапроты все, кроме ДЦшки, и снимайте с себя приста баф хпшный и варовский крит на хп, если он будет. Я не буду вам кричать на хп. А эту каску 5 минут, которую заменят? Чё? Ну, палы. Ну, палы. Крикнут, но, ну, каску кинут. Ну, кинут. РЛ, девочка снегу задаешь, правильно? Да. Все. Все, я в соло танчу. Все РД спекать из донтом. То, что значит, босс у нас будет танчиться. Где? Блять. У меня забавился эта херня. Короче, не без здесь вот босс будет стоять, так что милики можете сразу сюда перейти. Что-то как не настроил, да, Дон? Афист. На ассист не настроил, да, Дон? Дон, зайди на мой аккаунт настрой, пожалуйста. Можно еще Рэл такой вопрос задать, типа, а ну бы как отводите? У вас метка первая бежит к воде, либо первая метка у вас бежит... Сейчас мы будем тестить, мы еще нуба не убивали. Так что, пока потестим. Мы сначала будем все биты до Талова, а потом первая метка мы побежит, получается, к озеру. А, все. Саня... Да. Саня, личку прочитай. Бьор. Геснип, что там? Саня, поменяй меня на... Так как Рембизер лагает? А, я понял. Хорошо, давай тогда Геснип. Рембизер обратно в рейд давай. Так Алина есть, Алмерия. Рембизер у нас в офмус. Рембизер тут? Бери, господи, уже. Ладно. А, хрипаты же есть, точно. Хрипаты больше будут. Если там поофаются, я зайду. Хорошо, я хорошо. Спасибо. Да, конечно, где отдыхаю вообще? Берна, тебе надо будет сферу гриппать или нет? Да, конечно. Вот сюда же. Угу. Бромбик желательно. Наверное, вот сюда же. Бромбик? Да, бромбик. Бромбик. А я в печеньке буду босса держать. Так, короче, Донт, я на тебя дам бдилательность, чтобы я это самое. У меня там тут кдшивались, окей? Ты там агропа как-нибудь не брай, хорошо? Старайся. Так, Неверлайн, ты на меня напулишь двоих правых, я как-нибудь сам двоих... Ой, ты, ну, точнее, если смотреть на босса сейчас, двоих правых, я двоих левых заберу. Попробую. Так, порошочек, ты там, я, если что, там попрошу фидом дать, окей? Угу. И что-то по мне. Все, сейчас ждем хрипата, сейчас хрипата зайдет. Визер тут или нет? Боже мой, как здесь кашель не надоели.
Можем наглую рожу взять. Точно. А, у хрипаты пришел. Все, хрипаты сум. Забрав этих ребят, его по-быстрому. У локов кого-то вкачано поглощение пустоты, оно работает на Анубе? У Дестрик. Там вроде прямой спал должен быть. А, да? Да. Так, по конкретному у меня сейчас 102-103%, короче. Не знаю, думаю, муха должна хватить. Если что, я камешки перебью, там два камня будет хватать. Давайте рычем на пол. Так, все, значит, переходим в другую сторону сразу. Оттуда будете начинать бить, где печенька стоит. А было бы грепить мне ромбик. Ну, вот это, как его? Сверочку. Да, рыба была. На тебе хрипатую отдельную рыбу поставлю. Кушай. Хочу Алины грипну. Так, и мне надо будет еще кто-нибудь, чтобы разбил там сверху. Кто у нас из кастеров более такой слабенький? Одну сверху на той стороне, чтобы человек сразу туда побежал. Давай, Водифьюри, ты более ответственный будешь. Да, там разобьешь одну сверху в адекватном месте. Сразу с пулу. Можешь там сразу встать. И сразу котиком сюда забегай. Девочка там... Может там начинать, мы оттуда будем бить. А я чарж просто сделаю. А, ок. Все, не, рацион на пул, главное не тратить там на меня чисто на пулевой. Так, все, все готовы. Давайте добьем пул, пропустите нормально босса сейчас под фласками, под этими зельями. 5, 4, 3, 2, 1. Это место станет вашей могилой. Все, вылази. Не надо две лужи. Зачем? Зачем там лужи разлили? Вон там пулевый. Наверное, пулевый. Вот кто разбил там лужу? Скажите, пожалуйста. Я сейчас ГП дам за это. Хуй, блядь. Сука, пробивается. Ну. Короче, меня убило. Падайте. Я сейчас Долоран побью. Камни еще перебью. Короче, я так думаю, это показатель. Ты не заметил, там у тебя не... Какой у тебя дон на получение урона? Сейчас я посмотрю. Микс Кролл Батл Текст не стоит у тебя? У меня Детелс стоит, сейчас я гляну Детелс. О, по-моему, показатель надо апать. Слушай, вот а почему вы решили именно Берна на жуков поставить? А вы не пробовали, чтобы ДКшник танчил жуков? Ты что, прикалываешься? А как он будет выживать? Ну, там блок. Там как он тебе кап соберет блока? Как? Блоки нужны. ДКшник. Там либо пал, либо вар. Все, я сейчас по-быстренькому камушки переделаю. Короче, этот, вот кто стоял фул, получается, жуков, он паладин был, там был показатель 5700. Ладно, что вторая твоя хуйня. 5700, как-то жирно, мне кажется. 5700, но... Сейчас я туда перебью. Ну, палу проще. Вот... Показатель паладина, блок проще собрать именно по рейтинг блока. Сейчас я, ребята, покурите 2 минутки, сейчас я быстро ко мне перейду. У вас максимум один вайп, потому что мне что-то, по-моему, нужно за спят. Мне нужно пухло, блядь. У них, видишь, у них этот... Как оно называется? Этот манускрипт, блядь, на 450. Все, хуйня, можете вайпаться. 450 показателей, считаю, как с куста апается. Хотя, огнестрел нормальный, не, мы не вайпаемся. Давайте. А, блядь, он не жрет. Так, что мне на показатель ботинки? Выбью сейчас показатель ботинки. Щит. Просто был бы этот МСБТ, можно было бы посмотреть полученный этот дамаг. Типа, столько-то прошло в блок. Типа, если он блок прошел, получается это. Сумма нет. Сейчас, кстати, я перекаунт гляну.
Там пишет. Под Этелосом что-то мне ничего не показало. Сейчас я по рекаунту посмотрю. Ну, посмотри там. Слушай, ну, хит, я хуй знает. Хит это получается чистый удар. Может, ты спиной как-то встал? Нет. Так, поглощено, блядь. Блять, странная хуйня. А, теневой удар, нихуя себе. А ты теневой не сбивал, стан не давал? Так, ну это ты на под блоком был. Ты блок щитом прожал, да? Дождь, блок, паре, дождь, блок, паре. Пишет, 102% должно быть. Да процент. Ребята, у него вопрос, а почему мы двух первых? У него 100, а не 102. Он же говорил, что 102 собрал. 100 у него, он сказал. Он триню там одел на уклон. И сказал, там 102 у меня. Сейчас я еще камушки приставлю, такой какие. Так, нет, с него удар-то надо сбивать в любом случае, поэтому танчит протополадинцев. Почему? Потому что есть гейм, тебя стреляют. Да, меня... про товар волной нет. Сбивает, блядь. Меня это же да, но вот надо с него удар сбить обязательно в любом случае. Если вы его не собьете, человек упадет. Ну, танк, который танчит. Там фишка в том, что теневой был мгновенный, правильно? Ну да. Не, я его сбиваю, там мы уже тестили, мы ходили, и он сбивается, получается, за одну секунду до начала теневого удара. Там, а таймер показывает? Да, все показывает. Блять, сейчас надо это. Я потом по видео посмотрю, на какой секунде появляется он. Каждые 30 секунд же вроде. Да, каждые 30 секунд. Прям ровно каждые 30 секунд он появляется. Да, надо это посмотреть. Жуки с пула через сколько секунд вылазят? Секунд 5, 10, вроде 10. 4 секунды жуки выходят. Доходят они через 8, соответственно. А следующие жуки выходят через 28, доходят они через 34. Не, ну они же отсчет таймера начинают как появляются только. То есть, да, у тебя получается отчет таймера, и выходят жуки, пока они дойдут еще плюс-минус. То есть, да, считай 4-5 секунд. Смотрите. Не знаю, кто сферу разбил, но когда она разбилась... Смотрите, урон по сферу. Блядь, да нет, было такая хуйня еще. Еще в 25-ке было в обычку, куда мы ходили, тоже, который хуярил сверху, блядь. Не, ну я в Африка проспекнулся, у него урон, походу, ауешный больше и до сферки достал. Который она давно был. ДК на танка 4-4. Реально, да. Что там Т4 на ДК дает? Это тоже как-то разочитал, интересно. Да, типа на танка 4-4 это топ танк, который танчит. Да танка я знаю, я про ДД. Ну, на Була про ДД. Да, типа на Фроста. На Фроста, если ты хочешь давать ауе урон, типа, ну вот, и делает, знаешь, что-то вроде того, чтобы накрутить ДПС, то да. Нет, смотри, там, да, типа, может попробовать 2Т4, 2Т9, потому что, типа, 4-4, мне вот этот твоющий ветер нахуй не нужен. Типа, ну нахуя мне этот ауе урон? Ну, зато ты будешь кливать мобов, типа накручивать ДПС, как бы циферки. Да нет, это не в этом смысл. А два комплекта, которые дают за две шмотки. Поставьте еще портал в Стальгорн или куда-нибудь. Тогда лучше сделать ДКшника 4-4. Не-не-не, сейчас буквально портал Старгорн, я сейчас колечко куплю еще с боком. Там, может, вот смотри, мой комплект дает на 4 предметах кровавая чума, теперь может быть критическим. Ну, типа, ну нахуя? На Блада. Ну, у меня знакомый, типа, есть, могу вам подсказать, что у меня знакомый играет за ДК очень давно. Вот, я на 4 могу получить буст ледяного удара, а 109... Как итог выйдет ЦЛК, оденете до 10 и будет дамажить так же, как Вара. То есть, ну, если вы хотите дамажить именно соло таргет с Гургули там и так далее, интересной ротацией. Типа, а все остальное это такое. Где ты увидел, что в ЦЛК ДК дамажит как Вары? Т9? Анхолики? Нет, Т10.
Блять, я в шоке, нахуй. Кольцо стоит, блять, 68 тысяч. Неужели покупать их вообще? На X3 ни одного ДК не было. Сумма тебе проще. На X3, но он не сказал, потому что в мапах не проблема. Типа был такой ДК, который играл в Т10 и дамажил в ЦЛК в 25 хм, типа, на профе, когда они делали ФК. Дамажил, блядь, 16к, как бы, ну, такое. Ну, правда, там были и усилки, плюс категория, ну, так далее. Ты про Канивест, что ли? Рыба есть? А что ради того? Рыбу ставлю. Да надо бафа, 16, рыбу не 20. О, видел 16. Все, офф этих лут. Хуй знаю, посмотрим. Я еще показатель вбил. Где 600 набрал? Посмотрим, хватит, спасет, не спасет. Кулак по ДК. На пол. Так, тут, блядь, лужу не разбивайте ни в коем случае под боссом. Не надо. Не надо. Лужу разбивайте только с одной стороны, с моей. И одна лужа на той противоположной стороне. Дайте кулак по ДК, пало. У нас пал ФКшит, который кулаки дает. Так, кстати, МП5 там кто-то, да, типа, друида. Давайте, пал, бафайте. Так, по бобу. Давайте сразу распределимся. Порошочек дает первый боб, оптикс второй боб. На следующей перебежке флешинг первый боб даешь, секси тролль второй. Все знают, как нужно отбегать? Я очень надеюсь. Нет. Вы стоите условно вот здесь, мы стоим на этой стороне, на вас кинулась метка. Вы, соответственно, пробегаете вдоль до самого конца и бежите мимо лужи. До стены, то есть вы упираетесь прямо в стену, вот здесь как раз таки она будет. Только когда к вам подошли шипы, на вас дается боб. Дался боб, вы подбежали, даже если вот лужа где-то вот здесь разлита, вы стоите возле нее. И уже после этого заходите, чтобы максимальная дистанция шла. Понятно? Ну, локом можно обратно порталом улететь и там пробежать. Добавить. Короче, понял. Секси-тролль тут. На полурчан. Прикол, секси-тролль ушел, блядь, ёбаный в рот. Ты сожри чем-то на ловкость, бутылку выпей на ловкость. Секси-офф толся. Хотя, в интернет вылезло. Подождем еще пару минут, если не зайдет, то поменяю. Слушай, я вот смотрю Т4. Мне показывает, что у всех 215-й левел. Собак. И что, говорите, 4Т4 на ДКДД ни на один спек не нормально будет, да? На Блада нормально, но Блада без. Сейчас без гера не дамаю. Дайте имитацию побалуюсь пока. Ты что, хочешь на стену залезть? Да. А что, вон там дырка получается под ЦЛК, да? Где дырка? Еще. Ну, под ЦЛК есть колодец. Не дырка, а технологическое отверстие. Дырка. Согласен. Согласен. Дырка. Нет дырки. Так, короче, один ТД нужен. Так, сейчас я возьму кого-нибудь. Там где-то был же наглая рожа или кто? Наглая рожа лагает, он не сможет пойти. Пока что. Все лагают.
Ой, у меня тоже лагает. Замените. Ой. Нет, на Глороше еще в рейде не было. Чувствуется ирония в голосе. А, ты с экстроль зашел. Все, давайте. Фул баф, включи на пол. Короче, если не получится, будем через контроль играть, все. Все получится. Главное верить. Два трая осталось. Не, я по поводу блоков. Если с блоками прокатит сейчас, опять, чтобы я чисто мобов таунтил, все. Если нет, то будем троллить просто. Так, добавим пул. 5, 4, 3, 2, 1 Блядь. Скорее бы это ИВК закончилось, нахуй. Закрыть бы его сначала. Нихуя там обоего разбегу взял, блядь. Все, он сразу, ой, этот, наверное, напулил сразу. Меня тупанул. Красавчик, блядь. Да, я его приведу так. Ну, моба ко мне подвезите. Я взял. Вот он такой урон получил. Блядь. Избил приказ. Лёгся, блядь, напуливайте, пожалуйста, еще раз. Нормально, вроде бы сейчас не пробивают. Не пробивают. Ну, не сильно. Я сотринку нажал. Один убежал. Еще раз подведите. Подводите. Надо показателя больше сейчас убить мне просто. Так, да, закопался. Короче, еще раз. Невер, еще раз тупанешь ГП, дам. С напулом. Падайте. Я тебя все равно привел. Ты их забрал. Ну, ладно. А ты гилку дал на донт, да? Да, дал. Мне донт не всегда урон получает, поэтому они убегали сразу. Ну сейчас нормально, да, было? Не так сильно. Не так сильно, как раньше. Все, все же не били. Блять, мне вот кольцо, блядь, из ГБ взять, блядь, жалко кольцо платить здесь, что 68 тысяч. Там блок и показатель, все, все, что надо, есть. Раньше оно 20 стоило. Да. Раньше оно стоило 5 тысяч, блядь, я еще сам продавал, блядь. Я просто не думал, что так можно сделать. Ну, возьми один, что-то. Так его купить надо, блядь, из ГБ впадло выбрать. Сейчас я так набью. А с карой у тебя есть кольцо с двумя дырками? Или с ИВК десятки с двумя дырками? Там тоже. Ну, с ИВК десятки я поставил, но я потом просто еще. Показатели еще вбивать туда. Что за кольцо ВК десятки с двумя сотками? Ну две дырки там ДДшные. Хуясь. Там где просто это? две дырки на показатель вкидываешь, 180 показателей апаешь, да? Рядовому гудлику не понятен. Рядовой гудлик? Это десятки? Выйти из строя. Рядовой гудлик, огурцы вне очереди. Да закрой рот, бля. Давай, отвечи на пол. Кулачок по ДК, пожалуйста. Я вспомнил этот. Очень, как это назывался? Динагиев-то, говорю, вы все говно. Говоражи тут, готов? Нет. Осторожно, Модерн 2. Чего вам не хватает? Осторожно, Модерн 2, кстати, интересно. Восстание машин. Я вырос на этом модерне, блядь. Да. Нос у него такой, пиздец. На. Говоражи, чего не хватает? Креста нету, пишу. Креста, ПМП-5, пожалуйста, по локу. Да есть на нем крест. Ну все, значит, ДБМП. Вов, бро, чего не хватает? Ну, рыбу здесь ставить, а не там, где все. Ну ты поел уже, нет? А что, если есть лужу тебе делать вот здесь, вот? Все, готов. Нежелательно. Ну, либо день будет забыло, может, здесь вот, где я прыгаю, сюда лужу покинуть. Тебе собирать проще будет мобов. Потому что ты вот этих мобов с треугольника тянешься, хуй знает. Все, давай, короче, добавим пул.
Я думал, мы сначала стали подальше, думал, это типа как-то влияет на удар с ценевой. Один. Пул. Все, где было, бей. Просто фридом побули, дайте. Все, мир готовься напуливать на меня. Напуливай двух этих правых, левых. То есть. Что норм? Я думаю, тебе треньку лучше оставлять, наверное. Блядь, я проебался. Да почему мне не показывают, а черт, блядь, 40 секунд только показывают. Ладно, продолжаем бить пока. Сейчас не пробивает, да, вообще? Понятно. Ну, как сказать... Так, не удар 6. Перестал. Все, за него удар не проебали. На пол. А вот сейчас будет интересно. Тут сразу скажу. Ясно. Блядь, жестко. Сейчас, еще раз. Тут, блядь, сейчас я посмотрю детали. Посмотри детали, если есть там. Ой, блядь, атака. Так, 2000, 2800, 3400. Ну это чё, блядь? Это получается... Всё нет, это чистый удар. 1000, 3400, 2800. Это получается, не хватает показателя. Это всё показатель. А эти удары в блок уходят или нет, когда они попадают? А, вот тут не написано, что они в блок уходят. Вот. Почему-то. Ну тут такая развертка, я хуй пойми. Ну, не написано. Ну, мне кажется, как бы должно быть написано. Потому что другого варианта нет. Сука. Ладно, короче, пойду я. У меня есть своих там 30к, я с ГБ сейчас тогда возьму, куплю кольцо это. Да как хули кольцо, еще больше надо. Кольцо там дает блок и как раз показатель сотку. Ставь показатель, где у тебя камни сейчас на выносливость стоят в твоих шмотках. Ну у него там уже все сейчас. Камни. У меня уже все впиты, но это самое. О, встаю, пупсик. Встаю, пупсик. Всем добрый вечер, это Расмус. Все, тихо. Ставьте портал, сейчас еще раз я куплю один камень, еще есть, я кольцо это куплю уже. Мне надо, мне надо отойти на минуту. Я тебе говорю, вот... Ставят. Кто танчил, он говорит 5700 у него было. Ну как он может быть? Я, мне кажется, это наебал. Просто 5700 никак не может быть. Ну... Блять. Там дохуя шмоток. Плюс камни, наверное. Посмотри, ну, одна, типа, варчик, триня с того города, типа, который нам блок считал. Так, там я уже... У меня уже есть триня. Есть, плюс триня с ЛК, типа, которая с этого падает, блядь, с собаки. Там много. Ну, вот, да, типа, я считаю тебе два камня плюс, блядь, два камня. Я тебе, блядь, это самое, говорю, что я ее фармлю, блядь, каждый день, эта собака не выходит даже ни разу. Да вот у меня тоже, типа, знакомый фармер, блядь, типа, он просто на протопале будет танчить, типа, вот. Да, вот еще в бро еще такой момент сделал, почему всегда танков кидал восьмой пати? Кто ответит мне этот вопрос? Чтобы не было видно, что у него 30 хп, блядь. Да навряд ли из-за этого. Нет, думаю, а из-за не... чего, блядь? Чтоб в хиллбой ты отдельно показывался. Нахуя? Не знаю. Чего еще? Какая может быть причина, блядь? Чтоб челики не видели на стримах, что он, блядь, 30 хп, блядь. Так они сами сказали, что он, как он вбит, блядь. Чё им, блядь, смысл им скрывать? Ну, я тоже не вижу.